Ребятки, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на славный мукбанг! Наконец-то у меня появилось время. У меня вчера вообще не было времени что-либо снимать. Короче, у меня обед как из столовки. Это магнитовский борщ. Прям вот в таких вот чеплашечках. И второе — макароны с курочкой. А это яблочный сок. Так. Поперчим по-человечески, чтобы хотя бы вкуснее было, да? Ну, попробуем, что это такое. И посметаним. Посметанить надо обязательно. Я, походу, перегрела чутка. Я сейчас скажу. Как я только его открыла, я сразу поняла, что это за борщ. Сейчас я вам скажу. У меня тут новая лампа. Больше никакая лампа не будет светить вам, чем мне. В очки. Вот она тут прям светит. Вот прям вот сюда. Вот она. Лампа Пинки. Вот так. Пускай будет так, да? Итак, и у меня есть чиабатта. Свежая. Свежая чиабатта. С магнита. Сейчас время. Без 15:02. Это мой первый прием пищи. Я не стала столик брать, прям на доску поставила. Ну, вроде выглядит ничего, да? Ну, выглядит ничего. На вкус я уже поняла, да даже и на вид я уже поняла, что это такое. Так. И зеленый лучок у меня тут в наличии. Так, ну что, ребят, всем приятного аппетита. Я соскучилась по мукбангам. Вот 4 дня. Вчера должна была снять, но не получилось. Отражается свет в окне. О, боже. Я соскучилась по такой еде. В общем, знаете, борщ из банки, но добавлена говядина. Такой бич борщ. Я, конечно, такие супы не приветствую, но сейчас богам. У нас ничего не сварено, я хочу варить щи с Настеной. Поэтому купила это. Сейчас была в магазине. Ну, еда прям столовская еда, реально. Я так и назову мукбанг. Как продвигается моя диета? Сегодня 30 число. Ровно 2 недели, как я худею. Я скинула 2 килограмма. 2 килограмма. Я не скажу, что это очень много. Но так как я пью гормоны, он у меня уходит вес, у меня уходит медленнее, ребят. Худеем мы вместе с Ангелиной. Каждое утро мы пишем. А мы общаемся с ней каждое утро. И говорим друг другу свои отчеты. Кто насколько, кто сколько скинул, у кого какой вес. Вдвоем веселее, кстати. Как у вас дела? Как настроение? Ну, есть можно. Вот прям есть можно. Ничего так. Конечно, не домашний, но с голодухи можно сожрать. Просто надоедают вот эти вот фастфуды, пиццы всякие, вот такое. Вообще, я очень люблю суп. У меня есть такой девиз, можно так сказать. Раз в сутки супчик должен быть в желудке.
Обязательно. Обязательно. Стой ровно, не болтайся. Тут такая конструкция. Я такую диету пока забрасывать не буду. В ней ничего сложного нету. Привыкла уже. Уже привыкла. Так что, девочки, кто хотите, присоединяйтесь. И будем ходить с вами вместе на интервалке. Ой. Завтра у меня стрим. Также в 4-5 часов. Заходите. Заходите, люди добрые, всем буду рада. Сегодня у нас 30 марта, 2023 год. Сейчас снимаю сразу, вставляю переходы и сразу загружать поставлю. По картошке, походу, меня опять наебали. Как у вас погода? У нас вчера утром, ребят, у нас вчера утром было минус 20. Вы представляете? Капец. Сегодня хотят по-божески. Напишите, пожалуйста. Вас такой свет устраивает? Специально для вас заказала эту лампу. Она такая длиннющая. По-всякому гнется, выгибается, блин. Ну, мне нравится она. Купила я, короче, хлебцы. Вот такие хлебцы, две пачки взяла. А здесь калорий больше, чем в обычном куске хлеба. Понимаете? Они вот такие. В итоге две пачки купила, и все. И они лежат у меня просто. Могу один хлебец съесть, и все. Уже вспотела вся. Лучок. Добренький такой. Спрашивали меня, почему так держишь ложку. Да потому что конструкция высокая. Так есть не совсем удобно. А вот так вот гораздо легче. Потому что на высоте. Сегодня покрасила голову, ребят, такой геморрой. С этими нарощенными волосами это просто геморрой. Мне пришлось, чтобы смывать краску, обычно я смывала над ванной, полностью, блядь, лезть в ванну. И смывать ее под душем. Вот единственный геморрой нарощенных волос.
А говядина жесткая. Ну что-то я запизделась уже 10 минут. Нехилая такая плошка, да? О, ну что? Макароны с курочкой. Бич. Мой бич-обед. Бомж-обед. Ну, как сказать, бич-то. Ну. Борщ был повкуснее. Что-то курица мне что-то напоминает. Привкус какой-то. О. Привкус шашлыка. Вся вспотела. Ребят, любите хавать в столовках? Ой, да. Усы от борща. Я очень люблю хавать в столовках, вот мне прям нравится. Привкус шашлыка у курицы, прям шашлык. Обожралась я. Вот столько худеешь уже, 2 недели на такой диете сидишь, а желудок он уменьшается. Реально, и меньше начинаешь есть по объему еды. Я, может быть, до диеты бы все это сожрала бы. Ну все, мои хорошие, спасибо, что покушали со мной. Пишите комменты, любите ли вы столовки. Ставьте лайки. Всем буду очень благодарна. Завтра вас жду на стрим. Всех обняла, всем пока-пока.